Все самые сложные вещи в нашем мире созданы из очень простых. Молекула углерода – элементарное строение кристаллической решетки. Но именно на этой простоте основаны уникальные свойства такого материала, как графит. Скоростные поезда, технологичные производства, современные ракеты и сложная техника не могут существовать без этого материала. Графит – основа всего. Металлургия, машиностроение, атомное производство – практически в каждой отрасли используется графит. Ни один элемент периодической системы Менделеева не обладает тем количеством свойств, которые присущи углероду. Уже более 10 лет Донкарб Графит выпускает широкий ассортимент изделий из этого уникального по своим свойствам материала. Высокая термостойкость позволяет применять графит при температуре до 3500 градусов Цельсия. При спекании и плавке металлов и сплавов в оснастках вакуумных печей много лет применяются именно детали из графита. Изделия из графита используют в условиях, где необходима максимальная износостойкость. Такие материалы стойкие к различным кислотам, щелочам и органическим растворителям. В насосах атомных реакторов применяют специальный силицированный графит. Он обладает высокими антифрикционными свойствами. Они значительно увеличивают продолжительность работы узлов и деталей. Продукт остается стойким даже в агрессивных средах, имеет низкую газопроницаемость и окисляемость, а также повышенную жаропрочность. Силицированный графит используется для изготовления форм, тиглей, футировочных блоков, чехлов для термопар, мешалок и импеллеров. Одно из ключевых направлений деятельности компании Донкарб Графит – решение в области теплообменного оборудования. Поверхности теплообменника выполняются из графитовых элементов собственного производства. Материалы стойки к действию кислот, имеют высокую теплопроводность и применяются в производстве химических компонентов, удобрений и фармацевтической отрасли. Там, где нужна термическая стойкость, применяют изделия из пиролитического графита. В космосе, в военной промышленности, при производстве вакуумных измерительных приборов, стекла, монокристаллов и чистых металлов. На предприятии создают специальные графитовые вставки для пантографов. Их используют при передаче тока на двигатель троллейбусов и поездов. Материал контактных вставок обладает малым удельным сопротивлением, устойчив к дугообразованию и обеспечивает минимальный износ контактного провода. Работу деталей при температурах выше 2000 градусов, при сохранении прочности, стойкости коррозии и химической инертности может обеспечить лишь ограниченный круг материалов. Именно поэтому специальные графиты являются хорошей базой при проведении химико-термических процессов в атомной промышленности, а также лабораторных исследованиях. Изделия и тигли из стеклоуглерода используются в качестве лабораторной посуды взамен дорогостоящих из платины и молибдена. Это только кажется, что для получения энергии от Солнца достаточно лишь его лучей. Для производства солнечных батарей нужен изостатический графит. Такой же графит используют в производстве жидкокристаллических дисплеев, полупроводниковых микросхем, оптоволоконного кабеля, медицинских эндопротезов, а также в ювелирном деле. Графит – материал будущего. Обеспечение производства доступными и качественными расходными материалами – одна из важнейших задач компании Донкарб Графит. Продукция Донкарб Графит завоевала доверие ведущих компаний России. 50-летний опыт разработки и собственный цикл производства – позволяют компании изготавливать уникальные изделия из специальных графитов по чертежам заказчика.
Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты Донкарп Графит гарантируют высокое качество выпускаемой продукции, которая составляет достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Компания Донкарп Графит. Производство графита как искусство.